Всем привет, друзья! Сегодня сходил на почту и получил вот такую вот коробочку. Пришла посылка из города Курган от Егорова Виктора и Ивана Золотарева. Это ребята сделали мне такой вот подарок на мой день рождения, который был в январе. Сейчас я распакую. Уже начал тут распаковывать, но не мог найти, где вход у этой коробки. Давно не распаковывал таких коробок. Ну, допустим, наверное, что так. Так, здесь у нас написано ось. В этой коробке находится чучело. То есть чучело селезня, который работает за счет ветра. Надеюсь, что в этих газетках ничего нет. Ага, крылья. Ну, давайте сейчас вот раскроем крылья. Вот они, крылышки. Зеркальце такое. С одной стороны черное с зеркальцем, другое белое. Так. Должно быть второе крылышко. Да, вот оно, второе крылышко. Матовая краска. Все как бы, как положено. Так. Идем дальше. Ну, сейчас еще ось раскроем. Написано ось. Ось. Упаковано, конечно, все как полагается, чтобы наша доблестная почта России. Вот она, ось. Из алюминия или из спирали, шток так называемый. Так, само чучело, я его сейчас тоже раскрою, посмотрим, пока отложим в сторонку, проверим, что у нас тут еще тут что-то приклеено сбоку. Так, это колечки, открываем колечки. Это у меня первая ассоциация с колечками уплотнительными для манков. Колечки. Так, открываем. Ага, видим колечки. Колечек тут много. Сейчас мы их все достанем. Колечки — это для того, чтобы стопорить крылья на оси. Понятно. Так, и лапы. Прилип скотч мне на нож. И лапки. Так, открываем лапки. И вот они, лапки. Вот такие лапки. Вот. Лапочки. Так, наверное, все. Больше здесь. Ага. Больше ничего нет. Значит. Теперь распечатаем чучело. Так, с какой бы стороны, чтобы его не поцарапать, начать распаковывать. Хвост. Матерый селезень. Такой селезняка. Так, шея перевязана скотчем. Сейчас подрежем чуть-чуть. Так. Голова застряла. Голова два уха. Вот он. Селезняка. Вот такой вот. Ну, что я могу сказать? Первые впечатления очень положительные. Довольно увесистое чучело. Сейчас я подойду к свету и на свете покажу. Вот такое вот, чтобы со светом было лучше видно. Неплохая раскраска. Я думаю, сюда вставляются лапки. Я думаю, что, ребят, это чучело я попробую применить у себя на охоте.
по утке. Это, скорее всего, будет осень. Ну, или открытие сезона осеннего. Потому что весной я охочусь на гуся, утка как бы в прилове. Ну, вот осенью на открытие, и дальше мы его будем использовать. Давайте сейчас я попробую соберу. Мы ставим иногда чучела, моджи у нас есть. Вот, ну и ваше чучело будем ставить. Спасибо, очень приятный подарок. Так, одну лапку поставил. Вторую лапку сейчас наживлю. Вот. Соответственно, если она будет на оси стоять, чучело, то есть какой-то шток или, скорее всего, арматуру можно сюда поставить, там, десятку или восьмерку, забить уже на постоянную, на месте. И он будет стоять, как бы, заходящий на посадку селезень. Лапки растопырил, тело изогнуто. Вот. Ну, понравилось мне, раскраска хорошая, такая матовая краска, не бликует. Все очень, в принципе, достойно сделано. Оп, ножик упал. Итак, сейчас попробуем собрать крылья. Мне Иван и Витя уже говорили по поводу крылышек, что их ставишь в одно положение, в другое положение, все по-разному как бы работает. Ну, вот такие вот крылышки. Вот они вращаются. Сейчас я их поставлю на место чучело. Вот. Наверное, надо сделать еще проставочку с этой стороны, чтобы не закусывало. Это я уже так догадываюсь. Проставочку с этой стороны поставить. Ну и не знаю, с этой стороны как бы фиксировать сами крылья есть ли смысл, потому что они и так довольно плотно сюда надеваются, и я не думаю, что их ветром может сорвать. Ну, хотя, в принципе, можно попробовать сделать проставку. Ну что, вращается неплохо. Хороший мягкий ход. Я думаю, что ветер их будет колыхать, крылышки. Сейчас попробую даже дунуть. Ну вот, собственно, от того, как я дую, даже они начинают вращаться. Ну, такой вот селезняка. Неплохо. Мне очень понравилось. Очень приятно, что ребята делают такие подарки. Даже как-то неудобно. Такой подарок. Ручная работа. Ручная раскраска. Все вручную сделано. Сделано очень хорошо. Поэтому, кто вот собирается использовать такие чучела, то рекомендую обращаться к парням. Вот. Живут они в городе Курган. Вот. Поэтому, если ребята дадут мне ссылки, то я их размещу в описании к видео, где можно позвонить и заказать. Есть у них не только селезень, есть и утка. Я думаю, что и черкани делают. Я бы даже у них заказал бы черочков и голубей заказал бы. Голубей бы заказал бы даже штучки 3, наверное. И черочков тоже. Поэтому надеюсь, что придут ко мне еще и черочки с голубями. С вяхерем. Вот такое вот чучело. Мне кажется, очень здорово. Покрашено. Не до того, что прям каждое перышко видно, но в целом, если со стороны, как бы его не расстреляли. Но у нас таких нет охотников. Вот. Хорошо очень вращается, мягко. Ну, тут такой вот чучело. Молодцы, что сказать. Классно сделано.